Налоговая декларация и автобус в микрорайоне Архиерейка. Доброе утро. Обозначили темы этого выпуска рубрики «По вашим письмам» в студии Наталья Агейчик. Эльвира задает вопрос. В прошлом году я продала свою машину, купленную год назад, но за цену меньше, чем покупала. В налоговой инспекции сказали, что в любом случае я должна отчитаться за продажу. Почему? Ведь у меня не было прибыли. Эльвира, в налоговой правы. Даже если вы не получили прибыль от продажи, вы обязаны подать декларацию. Это будет так называемая нулевая декларация. Сделать это нужно до 30 апреля. Налоговая декларация может быть подана в налоговый орган лично, может быть отправлена по почте, может быть представлена в электронном виде по ТКС. Для удобства граждан, которые подают у нас налоговые декларации, изменяется режим работы инспекции. Так у нас сейчас налоговая инспекция работает по режиму каждый вторник и четверг до 8 часов вечера. Напомню, для физических лиц, которые хотят представить декларацию, получить консультации, налоговая инспекция работает по такому режиму. И каждая вторая, четвертая суббота у нас тоже рабочие. Инспекция работает у нас с 10 до 3, поэтому приглашаем налогоплательщиков. Следующий вопрос от Оксаны Анатольевны. Микрорайон Архиерейка. У нас ходит 38-й маршрут. В последнее время автобусы плохо работают. Поменяется ли что-то в связи с введением новой маршрутной сети в работе 38-го автобуса? И останется ли он вообще на линии? 38-й маршрут в единой маршрутной сети остается. Что касается оценки его работы, узнаем в департаменте дорог и транспорта. Действительно, в последнее время наблюдаем замечания в работе этого перевозчика, но с ним договор у нас действует до конца месяца. По данному маршруту мы уже провели конкурс, и с 1 апреля перевозчик будет новый на данном маршруте. Также с перевозчиком будет заключен договор нового типа, в котором прописаны довольно жесткие штрафные санкции по поводу работы на маршруте и неисполнения установленного объема движения. Дополнительных автобусов не планируется. Схема автобусного маршрута, она также будет сохранена. То есть он будет ходить микрорайон Горцы, микрорайон Архиерейка, площадь Дружбы. Это все вопросы на сегодня. Завтра будут новые темы. Пишите нам письма на электронный ящик или сообщайте о проблеме по телефону. Берегите себя. До встречи.